Привет, я нахожусь во Львове, куда я приехал из Вильнюса. Это примерно 1000 километров. Вот моя машина. Вот она под завязку забита грузом. Груз не мой, я его просто перевез. Груз от благотворительности. Арсений, вопрос. Видите, человек приехал за 1000 километров. Машину у него никто не отжал. Гуманитарную помощь никто не отжал. Корм собаки получат. Какого хуя вы забираете машину у волонтеров? Для тупых объясняю. В то время как на правый берег едет гуманитарная помощь, и бусики никто не отжимает, гуманитарную помощь никто не забирает. На левом берегу, там, где ваши МЧС, орки отжимают бусики, отжимают гуманитарную помощь. Люди едут куда-то вот с водой и с едой, возвращаются домой ногами.